Добрый день, уважаемые коллеги. Рассаживаемся потихоньку. Рассаживаемся. Рассаживаемся. Можно снять пиджаки, потому что у нас, как говорил бывший главврач Онищенко, температура свыше 30 градусов, можно даже и в шортах приходить. А у нас просто пиджаки можно снять, и все, это уже очень хорошо. Значит, садимся. В принципе, кворум есть, работу можем начинать, доверенности есть, и очень интересно у нас сегодня будет заседание. Ну, уважаемые коллеги, во-первых, хочу спасибо, что нашли время, возможность, мы свою работу продолжаем. Наша рабочая группа, просьба выключить мобильные телефоны и прочие электронные устройства, как на самолете. У нас избирательная кампания идет в полном разгаре. Если первые 12 дней у нас, знаете, как-то так, ну, ни шатка, ни валка, но тем не менее, то вот за последние эти, наверное, 10 дней динамика очень хорошая. И я хочу сказать, что у нас здесь как раз и присутствуют наши коллеги. Я представлю Масух Илья Исович, президент фонда, то есть фонда информационной демократии. Я только за сайт волнуюсь, чтобы сайт выдержал. Это мы потом протокольным поручением. Естественно, наш родной, любимый и нелюбимый, и с жалобами, не с жалобами, наш Ростелеком. Потому что, ну, мы еще с вами поговорим, дадим вам слово. Вы сейчас самая популярная компания в гражданском обществе. Мы можем помочь вашему бренду, и вы будете скоро самой крупной компанией, хотя бы для общественников. Авербах Владимир Евгеньевич, я звонил министру, замминистра, директор департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций. Хочу сказать, что, ну, вы там тоже как бы доложите, потому что вы сейчас формируете электронное общественное правительство, ну, по существу. И нам очень важно, чтобы здесь все прошло без сбоев, и вы расскажете о той работе, в общем, чем нам помогаете. И вице-президент фонда информационной демократии Химченко Игорь Иванович, он постоянно на передовой. И тоже к нему могут быть вопросы. Поэтому я бы хотел сказать, чтобы о динамике выборов, вот об их, скажем так, электронной составляющей, о динамике нам бы рассказал в первом вопросе Илья Исович. Как лучше? У вас все есть, да? Все, вот, да, вижу. Рад приветствовать, спасибо за приглашение. Ну, действительно, уникальный процесс происходит у нас в стране. И в мире таких прецедентов нет. Обычно выборы проходят у нас в течение одного дня. Я слышал, что в некоторых странах проходят выборы там пару дней. Сейчас идет рейтинговое интернет-голосование 30 дней. И стартовало оно 1 мая. Закончится 30 мая. И вот на слайде приведен график посещаемости. Если на майские праздники, там на первые майские праздники была посещаемость такая, ну, вот еле-еле, оно так график еле поднимается, то вот по мере возвращения из отпусков людей, по мере начала активной агитации целевых групп, мы столкнулись с тем, что, ну, посещаемость растет с каждым днем. У меня даже будет отдельный слайд на сегодняшний день. Он уже превышает в 3 раза, чем обычный день у нас был до этого. И мы вообще ожидаем, до 30-го будет пик посещаемости, когда уже кандидаты поймут, что надо как-то применять какие-то, ну, сверхмеры, чтобы ворваться в тройку. И вот последние 3 дня будет такой вал посещаемости. Я надеюсь, и сайт oprf.ru не упадет, он, кстати, не падал ни разу, и Ростелеком тоже выдержит. Ну, он Владимир Николаевич расскажет. Мы послушаем, там, это, да, самое главное, потому, да, что тогда... На сегодняшний день 3,5 миллиона посетили сайт, 3,5 миллиона человек. Отдано голосов, это вот, наверное, утренние данные, сейчас, если посмотреть, скорее всего, уже близко к 500 тысячам.
динамика посещения у нас, самый пик посещения сайта был, ну, как я говорю, это вот 20-е, и, скорее всего, будет сегодняшнее число. Вот вчера было около 400 тысяч человек пришло, сегодня мы уже ожидаем, кажется, около 600 тысяч. Ниже график приведен, это средний день, ну, средние сутки работы сайта. Вот количество хитов в минуту. В минуту у нас доходило до 600 тысяч, от 600 до 1000 человек в минуту. За минуту? За минуту, да. Вы, и выдержали, да? Да. А если будет две? Не, у нас, ну, мы спокойно выдерживаем. Мы должны выдержать, мы не опасаемся. Да. Были, кстати, попытки взлома. Ну, сейчас уже интересно, наверное, да? На самом начальном этапе, где-то с первых... 1-2 мая уже пытались взломать сайт, подменить счетчики для голосования. Такие были, ну, такие неумелые попытки взлома, не удались. Хакеры неопытные были, да? Да. Кто голосует? Несмотря на то, что у нас население обычно женщин больше чуть-чуть, как на каждых 10 девчат, 9 ребят, кажется, в песне поется. Здесь у нас мужчин больше, 56% мужчин, 44% женщин. По возрастному составу самая активная часть населения, та, которая пользуется интернетом, если посмотреть, то больше 50% это от 18 до 34 лет. Это голосующие... Наша вот, аудитория, да? Да, да. Есть 45 и старше тоже, что, кстати, тоже приличная цифра, 22%. Это надо дать, ну, как бы... то есть люди обучились этим средствам. Но специально делалась система голосования таким образом, чтобы она была достаточно интуитивно понятна и удобна для пользователей. По географии подачи голосов лидирует у нас Москва и Московская область, 35%, Санкт-Петербург, города-миллионники, Екатеринбург, Уфа. Ну и вся страна голосует. Вся страна голосует, и если вот посмотреть, то есть и, вон, и Владикавказ, и Нальчик, и Северный Кавказ, и Дальний Восток. Например, сайт, поэтому сайт невозможно даже выключить, потому что у нас, ну, из-за временных зон невозможно, нет передышки, это когда люди не приходят на сайт для голосования. В общем, я бы вернулся вот сейчас вот к такому типичному слайду, да, типичному графику. Это график вот дневной, нижний. Даже в ночное время и утреннее, там от 2 до 4 часов, все равно сайт посещают, и это, ну, достаточно значимые числа. Значит, задача не потерять ни одного голоса. И пока, ну, у нас, ну, мы эту задачу выполняем. Есть формы обратной связи. На сайт пишут граждане часто, что... мой голос не учтен, или, например, за меня я не голосовал. Мы с каждым таким случаем разбираемся, и в итоге оказывается, что либо голос учтен в итоге, то есть человек получил e-mail там, с подтверждением, либо за... Вот у меня даже есть тут письмо, вчерашнее число. Девушка Рая пишет нам в Рое, говорит, я не голосовала. Это было написано 11 часов 27 минут ночи. Ну, группа поддержки пишет, Рая, доброго дня. У нас, у кого есть доступ на госуслуги, посмотрите, пожалуйста. В итоге утром девушка отвечает, приношу свои извинения, я голосовала. Ну, видимо, родственники или кто-то, кто имеет доступ к паролю, проголосовал. Это я к чему привел такой пример. Очень серьезная ситуация волеизъявления человека. Храните свои пароли при себе. Старайтесь не допускать так, чтобы доступ к данным аккаунтам был у каких-то других людей, потому что этот
Этот же пароль можно использовать для госуслуг, то есть это вплоть до, там, не знаю, в будущем, вот Минкомсвязь сидит, там, переоформление недвижимости и так далее. Поэтому очень надо серьезно подходить вот к культуре обращения цифровой подписи с паролями. И граждан прошу, ну, внимательно относиться к этому. У нас граждане к банковским карточкам относятся тоже, прямо на них пишут пароль. А вот я обещанный на сегодняшний день голосование, сравнение вот динамики. Внизу голубым, это за все время, среднее время посещения сайта. И вот сегодняшний день, как вы видите, в 3 раза превышает типовой день. И мы ожидаем, что динамика будет увеличиваться, и граждане будут проявлять все большую и большую активность. Спасибо. Уважаемые коллеги, не буду скрывать, много просьб, мягко выражаясь, я бы сказал, жестче жалоб, нареканий. И в адрес Ростелекома и Министерства связи понятно, что это первое экспериментальное голосование, и понятно, что для вас это новая, вообще такая неординарная нагрузка. Вот. И я хочу сказать, что нам бы хотелось, чтобы особенно в последнюю неделю, то есть были максимально все условия созданы. Я вот уже говорил с министерством, с замминистра. И сегодня у нас директор департамента развития электронного правительства Минсвязи и массовых коммуникаций Вербах Владимир Евгеньевич. Владимир Евгеньевич, чем вы и рядом Ростелеком можете помочь? Наверное, вы знаете, и к вам поступают жалобы, да, наверное. И вот по поводу все-таки, что не всем удается реализовать свое электронное избирательное право. Поэтому я бы послушал Авербаха Владимира Евгеньевича, а потом Ростелеком Антоненко Владимира Николаевича. Вот какую работу проводите, чтобы условия для голосования были максимально комфортными, и особенно в эти дни, что можно сделать, чтобы у нас не было как бы нареканий, жалоб. Понятно, что Иосиф Ильич, вот, ждем вас. Да, да. Правильно. Свой голос сами. ГАК, слушаем вас. Микрофон, пожалуйста. Микрофон, кнопка. Спасибо. Зная, что будет проводиться такое экспериментальное интернет-голосование, то мы предприняли совместно с Ростелекомом и совместно с Фондом информационной демократии предприняли ряд мер, которые мы предполагали исключат риски того, что будут проблемы с доступностью и иные рода проблемы с интернет-голосованием. То есть, во-первых, принципиальная вещь, которая была сделана, это открытие пунктов дополнительного доступа в городах-миллионниках. Вторая вещь с точки зрения Министерства связи и Ростелекома, это был повышен контроль за теми аппаратными и программными средствами, которые используются при регистрации граждан, используются при их идентификации. И дополнительно были усилены, я думаю, Ростелеком расскажет более подробно, усилены аппаратные мощности ресурсов, которые обеспечивают систему идентификации и авторизации, собственно, через которую происходит регистрация и через которую потом происходит вход по кодам активации. И самое главное, мы отложили ввод всех запланированных нововведений функционала, которые мы давно планировали на апрель месяц. Мы отложили до конца проведения интернет-голосования в связи с тем, чтобы не создавать дополнительной нестабильности. Также по каждому инциденту у нас, который мы видим, совместно с Ростелекомом, в Ростелеком направляются письма и проводится проверка и анализ тех проблем, которые мы видим. Такие письма, в общем-то, мы направляли практически каждый день за последнюю неделю для того, чтобы повысить внимание к данной проблеме. Но я полагаю, что вот совместными усилиями с коллеги из Ростелекома сейчас прокомментируют, вот совместно с усилиями вот всех 3 сторон, которые по технической части вовлечены, это Министерство связи, Ростелеком, Фонд информационной демократии, я думаю, что мы обеспечим стабильность
до конца выборов. Владимир Ильич, я знаю, что вы министерство направило письмо Ростелеком с просьбой перейти на круглосуточную работу, да? Да, но это зависит... За подписью министра ушло письмо в Ростелеком, да? Да. Ростелеком, он участвует на нескольких этапах этого проекта. Значит, один из них это связан с тем, что мы поддерживаем сами ресурсы портала РОИ для того, чтобы обеспечить функционирование. Значит, заблаговременно были предприняты необходимые меры по согласованию с фондом, с соответствующими проектировщиками, были домоучтены ресурсы. И вот, как мы сейчас слышали, они, в принципе, справляются с этой нагрузкой. Прогнозируем, что их стабильная работа вот на весь этот период, она будет обеспечена. Значит, на следующий наш этап – это поддержание функционирования инфраструктуры электронного правительства, которая используется для идентификации, авторизации пользователей, которые обращаются при голосовании. Значит, здесь тоже принимаются необходимые меры. Значит, смены у нас круглосуточные, у нас усилены возможности по мониторингу процессов в режиме реального времени, и квалифицированные кадры занимаются этим вопросом, и необходимая техника, и осуществляется реагирование. Еще один этап, на котором мы участвуем, это выдача кодов активации. Сама технология, как базовая, предполагает получение кодовой активации граждан через Почту России. Но так как это отложенный лаг примерно минимум 2 недели, то Ростелеком выдает эти коды активации в режиме реального времени при обращении гражданина в центрах обслуживания клиентов Ростелекома. Их примерно 150 на территории страны. Плюс дополнительно по просьбе общественной палаты мы развернули в офисах общественной палаты и обеспечиваем их работу. Да, да, да. Значит, вот благодаря тому, что всеми участниками процесса приняты как бы скоординированные меры, нам от Министерства связи даны соответствующие поручения, в том числе мы приостановили ряд своих внутренних проектов, которые так или иначе могли бы дестабилизировать работу. Оборудование, это связано там проекты развития, замены какие-то и так далее. То есть мы выполняем полный комплекс мер, который позволяет снизить риски, обеспечить стабильное функционирование и оперативно реагировать в случае их возникновения. Часть рисков находится за пределами нашей ответственности. Я хочу не сказать, чтобы представляли риски, часть связана с работой интернета. Например, с момента вот этого проекта мы до него фиксировали в сутки на наши ресурсы, атаки там, скажем так, 4-6 атак, которые классифицируются как DDoS-атаки. С началом проекта интерес усилился, и не только ломают сам сайт, но и различные воздействия на инфраструктуру, на элементы инфраструктуры, извне мы видим, которые можно классифицировать как DDoS-атаки, и они в разы возросли. Это, да, мы с ними боремся, и я так понимаю, что пока успешно справляемся и впредь будем справляться. Просто это вот те риски, которые существуют, так сказать, за пределами нас. Вот, итак, Ростелеком, значит, с точки зрения аппаратного обеспечения, обеспечения кадрами. Значит, график работы, я хотел бы сказать, что у нас круглосуточный и есть, но на этот период мы усиливаем там, где это необходимо, аналитиками, значит, администраторами, вот, дополнительные, организованные. Значит, я вот с вашего позволения буду все жалобы на вашу работу прямо вот перенаправляйте на личный ИСБ Владимира Николаевича, чтобы избежать всех атак, потому что нам очень важно, чтобы моментальная реакция, да, да, чем быстрее мы получим объективные данные о каких-то проблемах, тем быстрее мы организуем работу по устранению проблем, которые их вызывают. Спасибо. Ну, я еще хочу сказать, что мы с вами будем ежечасно на связи, потому что от вашей работы много зависит. Где-то у вас все в порядке, где-то в тех городах, может, персонал некорректно, может, медленно работает. Все понятно, что это первый выбор. Владислав Валерьевич, с учетом того, что все прогнозируют, что нагрузка будет расти и, возможно, вот всякий момент, то нам, конечно, нужно вот выстроить вот эту систему эскалации.
чтобы информация достоверная попадала как можно быстрее. Сразу к нам приходят, вам направляем прямо ночью, днем, на ваш личный номер, чтобы вы выбрались дома. Посмотрите, потому что и мобильным телефоном обменяйтесь, это очень важно, чтобы снять все эти вещи, чтобы все это... Мы дополнительно тогда проработаем меры, чтобы это не зависело ни от личных, не только от личных имейлов. Организуем с вами. Дорогие друзья, значит, спасибо. У нас вот тут Павел Ильич пожелал. С негативной стороны было, то есть за кого голосовал кубанский хор. Я-то догадывался, но я не стал говорить, это что, есть избирательная тайна, за кого голосовал. А Павел Анатольевич сам, ну, поделится. Потом, почему-то была, ну, критика, даже жалоба в наш адрес. Я так думал, что хор неограниченный. Может, он, то есть, под принуждением. Вы расскажите, Павел Анатольевич. Да. Хор тоже без билетов не доставит. Я знаю, как обращаться. Нет, конечно, для меня это большая честь. И казаков заставить насильно голосовать – это нонсенс. Во-первых. Во-вторых, у них очень плотный график. И действительно, после концерта была единственная возможность прямо в костюмах приехать сюда и проголосовать. Мне кажется, это делает честь не только мне, но и палате, что показывает, что, в общем, голосуют люди, которые реально так или иначе соотносят себя с этими выборами, авторитетные люди. Вот, безусловно, поскольку я выдвинут Всероссийским хоровым обществом, а, конечно, Виктор Григорьевич Захарченко, собственно, член президиума общества и мой близкий товарищ старший. Вот, после статьи моей с Проханом в газете «Завтра» они просто все приняли решение приехать проголосовать. Вот, это на самом деле здорово, я очень рад тому. Также голосовал Северный хор в Архангельской области. Очень, на самом деле, много по всей стране хоров, там, где есть эта возможность. Вот. Единственное, что я хотел, конечно, тоже некий, так сказать, свое сказать мнение по этому поводу. Безусловно, существует параллельный мир в этих выборах. С моей точки зрения, активно участвуют партии в этих выборах. Безусловно, партийный ресурс, когда они имеют развернутое отделение, выстроенное, отстроенное. Если они получают, соответственно, коды доступа и по партийной дисциплине голосуют, то бороться очень сложно именно от земли, собственно, с этим. Да? Опираясь, скажем, на... У меня есть там фонд Столыпина, многие те, кто на памятник сдавали деньги, голосуют. Ну, конечно, да. То есть люди... Но там очень много людей, к сожалению, живет... Хоровое общество, фонд Столыпина, культурное наследие, собственно, то, чем я занимаюсь, вот Радонеж, защитники там. Но все равно партийный ресурс не перебить, потому что партийный ресурс – это тысячи, десятки тысяч. Я хочу сказать, что все граждане России, и партийные, и беспартийные, правильно, могут участвовать в выборах. Абсолютно, поэтому да. Здесь я вам скажу, что, наверное, деловая Россия, она не постеснялась, она вывесила фотографии членов деловой России, они сейчас лидируют, Назаров, кто у нас там еще? В общем, Репик и Файтхардинов, по-моему, откажи номинации, да, Файтхардинов, откажи номинации и не стесняясь. И я хочу сказать, что и общественные организации, партии могут и обязаны поддерживать, потому что на самом деле, конечно, ну, это дело, конечно, я знаю, и сейчас некоторые коллеги поддерживают друг друга. Мы не против вот этих блоков, ну, когда кто-то с кем-то, ну, должно быть публично. Вот деловая Россия это открыла. И мы бы хотели, чтобы все участники выборов, ну, заявили, кого поддерживают. Кстати, многие лидеры общественные заявили, кого поддерживают. Ну, поскольку вот. Мы в политике давно, понятно, мне звонят. Но я так понял, что все-таки хор не голосовал, а получал коды активации. Голосовал уже, ну, по месту. Ну, они проголосовали. Да, да. Вот, то есть... Да, понятно, что информацию мы владеем, какие партии, как голосовали, как люди заставляли голосовать, значит, какие были механизмы, да, применены. Но главное, но, давайте так. Значит, если закончу, да, просто дальше слово дали, да. Мы эту интригу сохраним до конца выборов. После выборов, скорее всего, проведу пресс-конференцию. И, возможно, мы откроем некие, так сказать, механизмы, которые привлекали там десятки тысяч голосов, с которыми бороться сложно. Ну, например, вот интересное наблюдение по нашей номинации. Зураб Церетели, которому никто не помогает. 200 голосов или там 300 у него, там, Зураб Константинович. И вот у нас был момент 5 дней назад, когда вечер заканчивается в 11 часов с Райкиным, там 20 голосов разница, в 10 утра у него на 1000 голосов больше.
Понимаете, так не бывает. Ну, поверьте мне, так не бывает. И если взять, сложить голоса, они вообще не занимаются кампанией. Да? То есть явно включился какой-то ресурс. Возможно, это ресурс объективный. Вот. У Райкина, да. Не, ну Райкин, у Ковальчука известный. Никакого, поверьте, это известность, это 200 голосов. Вот в чистом виде известность, 200 ну, голосов. В театре был. 200 голосов. Да, 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 конечно. Я просто сегодняшний пример. Значит, я вот даже сейчас, я пришел в офис сегодня, ну, где-то в районе там 10. И смотрю, значит, сейчас, как он на мой, да, фамилия? Могилевский, да? Могилевский набирал по 400 голосов в час, по 500. Я, значит, своих ребят... Ну, Могилевский, Лев, сейчас я вот его найду, сейчас я... по 400 голосов в час набирал. Я говорю, как так получилось? Думаю, интересно. Ну, правда, с коллегами обсуждаю. Значит, оказалось, что Могилевский... Он, значит, в региональ... Красноярская региональная общественная федерация карате. И он сейчас проходит съезд каратистов какой-то и чемпионат мира. У меня просто сотрудник фонда, он тоже занимается этим карате и знает этого Могилевского. С ним там где-то дрался, не дрался. Он говорит, да нет, понятно, там мы вот все собрались, нас 6 тысяч человек, они все связаны, ну все, и видно, он сагитировал и людей, и там в какой-то момент они пошли. Так что, а? Ну как, ну пошли, да зарегистрировались. Да. У 8 миллионов человек. Да. Поэтому вот такие всплески, они возможны. Абсолютно. Давайте так, мы люди взрослые, да, стреляные. Так. Значит, мое мнение, еще раз повторяю, что с моей точки зрения все-таки да, эти выборы в некотором смысле девальвированы достаточно искусственным ресурсом поддержки. Я не буду говорить очевидные вещи сейчас, информация есть, поскольку, еще раз повторяю, в политике давно, и многие люди открытым текстом мне звонят с регионов и говорят, каким образом это происходит, когда увеличивается на тысячи. Ресурс людей, которые не занимаются своей кампанией, будь он Райкин, будь он Дроздов, 200, 300, 400 человек, как у Зарок Сачиста Церетели. Абсолютно. Ну, вот. Я бы в защиту Райкина высказался. Ну, ладно. Все, коллеги, да? Давайте сейчас все. Значит, завершая, что хочу сказать. Да. Интригу сохраним до конца выборов. После конца выборов мы свое мнение выскажем, потому что я считаю, что то, что происходит сегодня, никакого отношения к выборам, к сожалению, не имеет. Интригу сохраним. Коллеги, я хочу сказать, что могут голосовать все граждане в выборах. И полиция, и казачий хор, и партия, и так далее. Уважаемые коллеги, что я хочу сказать, что мы вот обсуждали уже вот сегодня с коллегами перед заседанием, нам, конечно, нужно выработать сегодня, принять некие правила, короткие правила, по которым мы будем работать сегодня на следующем заседании и на подведении итогов, такие короткие правила, и я бы хотел сказать, что этические правила... Потому что у нас пришло порядка 40 жалоб. Мы их сегодня всех рассматривать не будем, но рассмотрим только самые, как бы самые основополагающие. Вот. И ну, это, в принципе, могут быть правила. Я бы хотел, что у нас тут есть ну, юрист, ответственный секретарь Михеева Лидия Юрьевна. Вкратце вот она проект этих правил набросала. Я бы хотел, чтобы мы их приняли за основу сегодня. По ним начали работать сразу, приняли за основу, начали работать. Кроме того, я хочу сказать, что в этих правилах и должна войти еще одна вещь. У нас тут, ну, все тут умные, все политтехнологи, особенно те, кто, ну, не идет там в пятерки, в семерки, как бы на выборах, у нас уже начинают, ну, подумать, как бы, хоть ты занимаешь, ну, последнее место, аутсайдер, повыгоднее, там, толкнуть свои голоса. То есть, ну, кому-нибудь из тех, кто пройдет, кто там в пятерке или в тройке уже находится. Знаете, такие политтехнологии, но не очень хорошие, сам снимается с выборов, поддерживает другого, его голоса, ну, соответственно, уже теряются. То есть, для нас важна воля избирателя. Поэтому, вы знаете, что на думских выборах, чтобы защититься от этих технологий вообще, и чтобы не вводить в заблуждение избирателей,
За 15 дней, то есть уже запрещено сниматься, если в блоках там, и как бы, по-моему, дней за 10, если, то есть уже не имеет права сниматься. Я думаю, что, ну, в эти правила, эти нормы тоже должны войти, и мы эти принципы этические сегодня примем, вкратце нам о них, ну, расскажет ответственный секретарь, профессор, юрист Михеева Лидия Юрьевна, нашей группы. Спасибо. Коллеги, действительно, невозможно мимо пройти тех обращений, заявлений и жалоб. И понятно, что сейчас это первый опыт формирования в таком порядке общественной палаты. Мы действуем в несколько, ну, если так можно выразиться, ограниченном правовом поле. Фактически мы руководствуемся только федеральным законом об общественной палате и регламентом общественной палаты. Поэтому наверняка нам нужен какой-то временный документ, такой юридический инструмент для принятия решений. И я бы хотела сказать, что у рабочей группы есть возможность принять такой документ. Регламент общественной палаты предоставил рабочей группе достаточно широкие полномочия, в том числе по включению в списки, так сказать, для интернет-голосования. И совершенно очевидно, что из этих полномочий следует также и возможность исключения из списков в серьезных случаях. Мы проанализировали существующий опыт, и я могу сказать, что вполне уместны здесь параллели, которые проводятся и будут проводиться с выборами. И применяя по аналогии правила избирательного законодательства, мы бы могли запретить, ну, как минимум, 4 совершенно, так сказать, безобразные, откровенные вещи, которые так или иначе в этих технологиях используются в качестве злоупотреблений. Первое, конечно же, это подкуп голосов. Второе – это использование административного ресурса. Третье – это, откровенно говоря, грязная ложь. Ну, и сходные с этим махинации. И четвертое, то, о чем уже сказал Владислав Валерьевич, это внезапное снятие с выборов перед их финишем с целью, естественно, отдать преимущество тому, с кем находится в сговоре соответствующий кандидат. И я хочу подчеркнуть, что это как раз вот те самые явные правонарушения, которые, в принципе, любая демократическая система запрещает, и в любой, так сказать, цивилизованной правовой системе мы встречаем именно эти запреты. Именно эти запреты предлагается включить в наши основополагающие принципы. Коллеги, есть в письменном виде документ, но просто вот мы не успели, видимо, да? Можно зачитать, да, но основные моменты поняли. Четыре, да, момента, то есть по которым мы снимаем с, да, выборов, и запрет на, да, снятие, ну, там, за... За 7 дней. Запрещается осуществлять подкуп граждан, ну, принимающих, общая, да, общеуголовная норма. Безусловно. Использовать запрещается прямо или косвенно преимущество своего должностного или служебного положения. Угу. Равно использовать преимущество положения своих представителей или доверенных лиц. Представлять недостоверные сведения о себе, а также распространять недостоверные сведения о других зарегистрированных кандидатах. Но если такие сведения могут оказать существенное влияние на результаты интернет-голосования. И, наконец, вот отзывать менее чем за неделю до последнего дня интернет-голосования свою кандидатуру. И если группа утвердит эти принципы сегодня, то нужно сказать, что 22 число – это будет последний день, когда можно будет воспользоваться возможностью и снять свою кандидатуру. При этом я предлагаю, коллеги, рассмотреть вопрос о санкциях, и в этих принципах мы могли бы закрепить правило о том, что рабочая группа при обнаружении вот этих серьезных фактов достоверных и при обнаружении достоверных фактов иных злоупотреблений, допущенных при участии в конкурсе, вправе принять решение об исключении соответствующего кандидата из списка. В случае же, если, например, значит, в том же случае с распространением недостоверной информации или с представлением не вполне полной информации о себе, такая информация не оказывает существенного влияния на результаты голосования, то группа может принять иное решение и порекомендовать кандидату просто уточнить и на его странице. Да, да, да.
сделать замечание или уточнить и так далее. Да. Да. Завершая, я бы хотела подчеркнуть, что если мы, так сказать, такого рода этические принципы сформулируем и примем сегодня, то, ну, собственно, как юридический документ, обратной силы они иметь не будут. Будут действовать с сегодняшнего дня, с момента их принятия. Мы сможем ими руководствоваться уже в дальнейших. Есть возражения? Да. Замечание. Я поддержал бы основные основания. Палата – не Государственная Дума. Вот и я хочу напомнить, что в законе об общественной палате в отношении тех, кто здесь, ну, большинство здесь присутствует, кто назначен президентом, действует норма. Имеет выдающие заслуги перед гражданским обществом. Таким образом, президент вел достаточно высокую морально-этическую планку по отношению к членству общественных палат. С моей точки зрения, никакая деятельность, нарушающая этические нормы и принципы, не может быть основание, не может быть допустимо в наших действиях. Поэтому я предлагаю исключить норму, влияющую на результаты выборов. То вот. Есть ужесточить эти... Да, это первое. А в числе мер предусмотреть следующее. Доведение на сайте для вот, голосования позицию общественной палаты, даже если мы не считаем возможным снять с выборов, но довести нашу позицию относительно поведения того или иного кандидата на сайте вместе там, где есть место для голосования. Да, без никаких возражений. Коллеги, я вставлю... Ну, я понимаю, что у вас 7 голосов. Вы можете вообще нас никого и не спрашивать. Но я тем не менее... каждому отдать еще по голосу. Не надо. Коллеги, мы принимаем решение сегодня только единогласно. А, все. Поэтому, кто за эти правила, прошу... С учетом, надеюсь, тех поправок. Основополагающие принципы. Да, вот так их назовем, значит, это принципы, вот, за которые Юрин сказал, кто за них, прошу голосовать. Единогласно. Друзья, коллеги, ну, все-таки в письменном виде... В письменном, я сейчас же разложу, в течение 5 минут будет разложено. Что в каждом электронном виде распечатайте, не поленитесь, и отдайте людям, СМИ, кому-нибудь, всем. Юрин, только я надеюсь, что уже с теми правками, которые... На сайте. Да? На сайте. Вы не возражаете. Ну, это не сложно, дорогие друзья. И вот на основании этих правил у меня есть предложение... Начать рассматривать. Да. Значит, во-первых, я предлагаю сегодня рассмотреть одну конкретную жалобу, по ней принять решение, потому что у нас около 40 жалоб. И я предлагаю потом в рабочем порядке, я их распределю по членам комиссии, потому что если мы сейчас все 40 будем рассматривать, я обещаю, что это будет 4 часа. Там целые папки, все. Нет, и даже не явившимся. Потому что на следующий будет чек у нас есть. Ну, я бы так сказал. Ради правды, помните известный фильм «Гараж»? И ночи не жалко. Но, тем не менее, я поддерживаю нашего председателя. Ну, есть одна жалоба об использовании административного ресурса. Вот письмо Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края. Так. С просьбой. И называется оно о регистрации голосования на портале госуслуг. Первое, ну, порядок регистрации на портале госуслуг. Как что сделать? А второе, это дополнительно просим работников учреждений поддержать пирога Дмитрия Юрьевича, кандидата в состав общественной палаты, проголосовав за него через портал. Ну, это вообще говоря, я думаю, что это и в Государственной Думе. Это бы сняли бы с голосования немедленно. Зачем же надо так подставлять? Письмо за подписью начальника отдела. Но только я хотел бы, все, кто участвует в судебном, знают частное определение. Я считал бы, должно быть ваше письмо на имя губернатора. Я уже подготовил письмо. Как только мы примем решение, будет письмо в адрес губернатора с приложением этого письма. И здесь даже не обсуждается. Дальше, есть возражение по снятию пирога Дмитрия Юрьевича с голосования? Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Да. То есть, дорогие друзья, но по остальным жалобам, я просто говорю, у нас их
36 по некоторым... Я бы позволил себе, я себе бы посмотрел. Дело в том, что здесь присутствует Елена Андреевна Топлева-Слуднова, которая направила письмо в адрес нашей рабочей группы. Я вам скажу тогда в адрес Елены Андреевны Солдуновой. Сегодня я сейчас с Борисом Альшулером. И тот кандидат, который позволил себе неправильные высказывания в его адрес, принес официальные письменные изменения, и их можно также на сайте везде. Кстати, Борис сам просил его не снимать, говорит, мне достаточно извинения в письменной форме. Я ему передам, ему уже выслали, да? Опубликовать и выслать. Возьмите, конечно, да. Возьмите, ваша комиссия. И я считаю, что извините, что это как раз вот то, что было, это, кстати, было неоднократно. Ну, я вам так скажу, что здесь было написано, обязуюсь до конца голосования не размещать новых материалов, которые попадают сообщения. Не, ну, значит, Борис, как бы, он сказал, если извинения в письменной форме, как бы, достаточно, вроде бы, разместим на сайте. На сайте, конечно, конечно. Замечательно, коллеги, ну, вот как работать с таким людьми потом в общественной палате? Коллеги, еще пока не все кандидаты, все кандидаты. Бесконечное терпение. Еще раз терпение. Бесконечная толерантность. У нас разные мнения. Разные мнения, товарищи. Да, это правда. Но человек нашел силы письменные извинения принести. Да. Елена Андреевна, поверьте, вы, надеюсь, вы доверяете моим этическим суждениям. Да, нету оснований для снятия такой кандидатуры. Если есть человек принес свои письменные изменения. И тот, на кого жаловались, согласен с этим. Согласен, и мы при этом размещаем на сайте. Предусматриваем уже введение в действие тех санкций, за которые мы только что все проголосовали, да? Поэтому этот вопрос тоже исчерпан. Соответствие, да. Я вот считаю, что... Было непросто, скажу честно, да. Уважаемые коллеги, я зачитаю протокольное решение. Первое. Направить запросы, значит, участникам рейтингового интернет-голосования, в адрес которых поступают жалобы граждан, организаций на использование различных способов и так далее, для их пояснений. Есть жалоба, мы просим пояснить всех. У нас есть уже заявление от ряда кандидатов, чтобы от них в их адрес провокации, это им не нужно и так далее. То есть нам это нужно. Второе. Исключить из списка участников рейтингового голосования Пирога Дмитрия Юрьевича, если с использованием административного ресурса в ходе интернет-голосования. Следующее. Направить письмо в адрес губернатора Краснодарского края. Сейчас. Принять информацию представителей оператора интернет-ресурса Российской общественной силы к сведению. И особо прошу подчеркнуть, что мы просим принять дополнительные меры и Ростелеком, и РОИ по обеспечению технической безопасности процедуры рейтингового голосования, чтобы никаких атак, ничего. Особенно, вот говорю, тут вам нужно быть очень внимательным. Это, тем более, значит, обратиться в Ростелеком, чтобы создали максимально комфортные условия. Ну, это вы уже сделали, там и круглосуточно, и так далее. Я так понял, что вам дало министерство соответствующее указание. Далее, утвердить проект основополагающих этических принципов для участников рейтингового голосования по отбору 43 членов общественной палаты, это общероссийских и иных некоммерческих организаций. На основе названных принципов предложить рабочей группе нам в дальнейшем все-таки составить рекомендации по организации уже для будущей группы, в последующие годы, рекомендации по организации процедуры рейтингового интернет-голосования, то есть более широкие, более подробные. И, поручить руководителю этой рабочей группы распределить жалобы, поступившие в адрес, что физически мы 40 сейчас не рассмотрим, среди членов рабочей группы, 28-го доложить по ним результаты. 28-е, да, я уже завтра и даже сегодня часть уже раздал. Ну, Алла Михайловна будет помогать, то есть доводить до сведения. Нужно, если где-то в регион, выйдем в регион. Или там у нас есть своя палата, и так далее. Короче говоря, кто за этот протокол, прошу проголосовать. Коллеги, мы еще... Во сколько заседание? У нас 28-го в 5. Отдельно мы еще с вами 28-го или раньше решим, когда, какого числа, конкретно время, место, то есть подведение итогов. Я думаю, что это мы можем сделать, я думаю, что мы об этом объявим дополнительно и для СМИ,
и на рабочей группе мы решим, вас возьмем, то есть, может быть, даже раньше, то есть, когда, в какое время, либо сразу после голосования, то есть, будем подводить итоги, нам это очень важно, потому что, ну, вот сейчас будем решать, да. Возможно, это будет и в 12 часов 30 мая. В ночь с 30 на 31, как в ЦЭКе онлайн, есть такая идея. Я думаю, что это было суббота, тем более с пятницы на субботу. Обещаю чай, а после работы коньяк. У меня есть две бутылки. Есть две бутылки, подарили на день рождения. Здесь. Я думаю, что... Давайте, это историческое эпохальное будет событие, поэтому... Я надеюсь, мы попросим и наших коллег из администрации... Ото всех ведомств мы попросим, вы можете своих друзей приглашать, да? Мы своих пригласим. Подводить итоги по скриншотам. 24. Не по скриншотам, да, да. Уважаемые коллеги, если нет вопросов, на это заседание рабочей группы у нас является закрытым. Торжественный момент, товарищи, торжественный, не уходите. Особенно СМИ. Это же благодарность вручается. Дорогая Виктория Владимировна, это специалист по работе с клиентами Центр продаж и сервиса города Москвы ОАО «Ростелеком». Где она? Руководитель, да. Но это еще с авансом. Да, давайте. Самая трудная, да, как всегда. Здесь была работа такая. Да. Видите, вы пока без грамоты еще. Мы по итогам рассчитываем. И Гуляева Юлия Анатольевна, тоже специалист по работе с клиентами из продажи сервиса город Москва, Ростелеком. Но, девчонкам, спасибо. Вам подумаем, но уверен, что дадим еще не куда. Спасибо, мы будем стараться. Спасибо. Фонду пока ничего не вручаем. Да, только коньяк обещаю. Нет, да, Светлана Викторовна, добрый день. Светлана Викторовна, добрый день.